славянских областях, в других странах, и в частности даже в средней школе, в школе Германии. Молодые девочки пропавшие. Меня нашли в четверг на минном поле. В глазах разбилось небо, как стекло. И все, чему меня учили в школе, в соседнюю воронку текло. Друзья мои по роте и по взводу ушли назад, оставив рубежи и похоронная команда на подводу. Меня забыло свет положить. Я лежал и пушек не пугался, напуганный до смерти всей войной. И подошел ко мне какой-то гансик и наклонился тихо надо мной. И обомлел недавний Гитлер-Юнген, узнав в моем лице свое лицо. И изумленно плакал он напуган моей или своей судьбы концом. О жизни не имея и понятия, о смерти рассуждая как старик, он бормотал молитвы или проклятия. Но я не понимал его язык. Чтоб не видеть глаз моих незрячих, в земле немецкой мой недавний враг, он закопал меня, немецкий мальчик. От смерти думал откупиться так. Через день, когда вернулись наши, убитый ганс в обочине лежал. Мой друг сказал, как он похож на Сашу. Теперь ж не найдешь его, а жаль. Я лежу уже десятилетия, в земле чужой я к этому привык. И слышу надо мной, играют дети. Но я не понимаю их языка.